лучшим, если ты есть. Будь первым, если ты есть. Как сливы несущая, век свои силы, следуй за верой. Одной из главных задач колледжа является содействие в трудоустройстве студентов. Такие мероприятия помогают воспитанникам поближе познакомиться сразу с несколькими компаниями. Наступают очень такие ответственные и значимые времена, когда перед нами ставят задача подготовить высококвалифицированных, успешных кадров, которые помогут в развитии ваших предприятий, нашего города, нашего региона и страны в целом. Мы, естественно, стараемся подбирать себе квалифицированные кадры. Это хорошая площадка, рассказать о том, чем занимается предприятие, привлечь интерес у потенциальных работников к нашему предприятию, ну, с тем, чтобы они заинтересовались, возможно, после окончания среднего специального образования. Компании в регионе ежегодно развиваются и открывают новые вакансии для специалистов. Вместе с тем преображается и Нефтеюганский политехнический колледж. Каждый год в образовательной программе появляются новые специальности для студентов. Новые направления у нас, ну, практически с 2015 года у нас ежегодно открывается какое-либо из направлений или даже несколько направлений. То есть ни одного года еще не было такого, когда мы не открывали новое направление, не лицензировали новую специальность или не получали аккредитацию. Ну, собственно говоря, следствием этого и является та масштабность мероприятия, которое представлено здесь. Порядка 15 крупнейших организаций открыли набор для молодых специалистов нашего города. Такое сотрудничество позволяет предприятиям обеспечить себя достаточным количеством кадров, а студенту получить необходимый опыт. Удивительно превращение, например, одного простого яйца в какую-то сладость. И из него же можно сделать еще всякую яичницу и много всего другого. Образовательная организация регулярно проводит встречи работодателей и потенциальных сотрудников, но всех вместе собрали впервые. Благодаря таким мероприятиям выпускники прошлых лет уже сами принимают к себе на работу. Я фанатею от своей работы. Мне дали большое количество опыта, возможности реализовать свои творческие потребности. Все благодаря моему шеф-повару. Кстати, в эти выходные 21 октября Нефтеюганский политехнический колледж открывает двери для потенциальных студентов. На мероприятии абитуриентам расскажут об образовательных программах и возможностях, которые они могут получить при обучении. Ангелина Кагальникова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск».